Мы изучаем общественное мнение граждан города об их отношении к сотрудникам полиции. Хорошо. Вы чувствуете себя защищенной от посягательств на вашу жизнь? Четыре простых вопроса и право на искренний ответ. Тема сегодняшнего анкетирования – работа сотрудников полиции. Во всех районах Самары проводится социологический опрос, цель которого – узнать отношение людей к блюстителям правопорядка. Городские общественники ведут гражданский мониторинг. Одноименная акция имеет всероссийский размах, но сегодня в фокусе сугубо городские отделы полиции. В течение 3 дней будем проводить опрос общественного мнения, как относятся наши граждане к работе полиции, есть ли у них какие-то вопросы, чувствуют ли они себя защищенными, считают ли работу полиции эффективной. В целом народ радует, что они знают своих участковых. Выборка исследования – порядка 300 опрошенных. Только реальные мнения реальных людей. Благодаря подобным опросам, которые проходят каждый год, иногда удается обнаружить и предотвратить нарушения. Например, год назад закрыли нелегальный алкомаркет в Куйбышевском районе и восстановили справедливость во дворе, где жители жаловались на автомобилистов, оставлявших машины там, где нельзя. Все заявки фиксируются. Когда обращаешься, они реагируют очень хорошо. Вот у нас, например, вот хотелось бы, чтобы убрали еще машины с тротуаров. В числе опрошенных Роман, студент Самарского университета. Учится на юридическом, поэтому с удовольствием принял участие в опросе. Как вы оцениваете работу в целом в вашем районе? Я считаю, что нужно узнавать мнение людей. Эти вопросы, они очень довольно-таки проблемные в современное время. И было бы интересно их узнавать непосредственно у граждан и непосредственно решать эти проблемы. Итоги исследования будут опубликованы на сайте структуры. На их основе составят рейтинг эффективности работы районных отделов полиции. Изучение общественного мнения сегодня становится одним из основных критериев оценки деятельности органов внутренних дел. Вот эта обратная связь, она обязательно должна присутствовать, да, иначе мы не знаем, какие шаги дальше совершать, да, какую политику вести. И, соответственно, вот сам сотрудник непосредственно полиции, он более четко понимает, что от него хотят граждане. Как показал опрос, жители Самары хотят видеть полицейского таким же, как герой стихов Михалкова, дядя Степа. Некоррумпированным – раз. Добросовестным – два. Добрым – три. Гульфия Сафина, Максим Гусев. События.